состав. Хозяев Бету сегодня в воротах, основной голкипер, а не Серхио Рико, который играл в кубковых встречах до этого. Как бы поставив сегодня в ворота своего основного голкипера, Унай Эмери всем говорит: мы сегодня должны во что бы то ни стало не пропустить. В 1/16 финала обыграл Алавес, по сумме двух встреч 3-0, дома 1-0, в гостях 2-0. В 1/8 сложнейший соперник, один из конкурентов в борьбе за место в Лиге чемпионов, что касается национального первенства, Валенсию. Просить опасный момент, Бака! Уже падая, бьет из предела в штрафной. Несколько неудобно ему было. Заваливался на левый бок. Но, тем не менее, пробил. Мимо цели Унай Эмери на ваших экранах. Но ведет себя примерно так же, как и вел он, когда руководил московским «Спартаком». Из-под себя выгребал уже Бака этот мяч. А сзади был Суарес. И он поднимает руки. Если бы Бака сориентировался и пропустил бы этот мяч, Суарес просто-напросто расстреливал бы пустой угол. Незащищенный угол ворот Пауло Лопеса. Но Бака форвард. И все очень быстро развивалось в этой атаке. Ой, как неаккуратно! Перехват! Вперед бежит Серхио Гарсия. Чуть-чуть притормозил, ждет поддержки. Качнул корпусом соперника. И с левой ноги пытается перекинуть через Бету. Очень красивый эпизод. Но не перекидывает мяч через португальского голкипера. Капитан Испаньола, но сыграл изящно. Видаль не отправил мяч в штрафную, хотя такое желание было. Фигейраш. И есть гол на 88-й минуте. Да еще какой у Унай Эмери уже на футбольном поле. Он готов играть, он готов быть 12-м игроком на поле. 12-й игрок есть на трибунах. Ну, понятно, что играть не сможет Унай Эмери, но появляется надежда. 88-я минута, гол 1-0, 2-3 по сумме двух встреч. Вышел на замену Фигейраш, забил гол. И есть еще минут 5. Усилили для того, чтобы забить второй гол. Тогда он их выведет, этот второй гол. Полуфинал. Ой, какой гол, Горешник! Это что-то с чем-то. Получает мяч, он на правый и с подкруткой исполняет. Чудо-гол! 1-0 Севилья, Испаньол. И нас с вами ожидает потрясающая...